Сегодня стало известно, что новым главой Счетной палаты вместо Сергея Степашина может стать помощник президента Татьяна Голикова. Ее кандидатуру внес сегодня на рассмотрение Госдумы Владимир Путин. Голикова уже рассказала о некоторых переменах в работе ведомства в случае ее назначения, в частности, по проверкам о хищении бюджетных средств, которые часто остаются без ответа. В случае выявления нецелевого и неэффективного или нанесения ущерба федеральному бюджету, если такое выявлено, то это должно направляться в правоохранительные органы, а правоохранительные органы, в свою очередь, должны информировать Счетную палату, какие решения по этому поводу приняты. Госдума должна рассмотреть кандидатуру Голиковой до конца этого месяца.